Знаешь, где я вырос, чмо? Обзор фото. Обзор фото? Юечки? Сейчас замучится, он сейчас зайдет и будет говорить, не надо. Вау. Саламуля, а как ты здороваешься со своими друзьями? Так, обзор фото. На данной фотографии я вижу, что у нее 3 пальца. Это какой-то намек. На что это намек, я не понял. Пять? Вы долбоебы? Тут 3 пальца. Это намек на черепашек-ниндзя. Именно поэтому у нее зеленая футболка, зеленые глаза. Ты знаешь, где я вырос, чмо? Братец, что мы знаем про черепашек-ниндзя? Есть черепашка-ниндзя Донателло. У него большая палка. Исходя из этого, мы можем сказать, что у Юечки есть член. Все. Все. Логично. Логично. Все. Точно. Еще по этой фотографии мы можем объяснить, кто любимый стример Юечки. Вы, наверное, подумаете, я? Потому что, ну, я у всех стримеров любимый вообще. Но нет. Черепашки-ниндзя. Их учитель, отец... Это учитель Сплинтер. Исходя из этого, учитель Сплинтер крыса, исходя из этого я могу сделать вывод, что любимый стример Юечки Стрей228. Но тут не задача. Она же не играет в доту, почему Стрей? Почему же Стрей? Почему же Стрей? Правильно. Усы. 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 Мы можем понять, что Юечке нравятся усы. Исходя из этого, я могу сделать последний вывод. Юечка любит маму строго. Все. Давайте еще немного. Я не анмутнусь, я уже вижу. Я уже вижу, я не анмутнусь. Гений, вы спросите, как я это сделал? Все просто. Я не боюсь говорить правду. Я не говорю... Не боюсь говорить правду, поэтому я не анмутнусь. Ладно. Алло. Алло, нормально тебя разъебал? Слышите? Знаешь, где я вырос, чмо? А я ее нет. А? Угу. Угу. Что зашла? Ну, я схавала. Схавала? Тебе так скажу. Ну, я по факту все раскидал, я любой бы схавал. А чё вы все пишете «а»? Типа я сказала «а», и они пишут «а». Мама строго. Мама строго начала, сказала, что она тебя не любит. Ну ладно. Ты расстроена? Да. Я тоже. Она тебя тоже не любит?